Сука, все это время у меня играла фоновая музыка. Я забыла, что вчера я отключила в ОБС воспроизведение звука с компьютера. В результате сейчас 7 минут вы не слышали нихуя. Гений, просто гений. Когда я начала еще рассказывать о том, что вы нихуя не слышали, я еще и микрофон забыла включить. Пиздец, включила вам, значит, плейлист с чил-музыкой, и нихуя ее не было. Просто гений, нахуй, я не знаю вообще. Добрый вечер, мальчики и девочки. Сегодня мы продолжаем проходить «Адвокатов», третью часть. Какое у нас там дело? Третье, да? Как раз-таки. Правильно же, да, я все сказала? Начнем этот стрим с новостей. И к хорошим новостям. Няшек остается жить со мной, Вадимом! Ура, 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 ура! Если вы подписаны на мой телеграм, вы, скорее всего, уже об этом знали. Вот, так что, да, теперь Няшек, наш с Вадимом котик у нас на попечении, такой сладкий пирожочек. Няшный, няпумшный, вкусненький котичек, да. Вот, такие пироги. Мелкий зовет меня в Дискорд, он не в курсе даже, что я стримлю. Ну, понимаю, это нормальная практика, это мелкий. Вот. Да, на этом хорошие новости закончились. Но плохих тоже нету. Вот. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и на платную рассылку... Ой, на платную подписку на ВК. Так, да, дело третье у нас — рецепт поворота. С этой французской, не знаю, кем. Со звуком у нас все нормально. Игра не слишком громко, не слишком тихо. Все заебумба, да? Что там с художником для новеллы? Не все пока ответили. Вот, пока ждем всех ответов. 7 января, 9.48, окружной суд, зал ожидания номер 1. Блять, а как я Ками озвучивала? Подождите, я что-то сейчас поняла, что я совершенно забыла, какой я ей придумала голос. Пипец. Вообще. Просто. Не стримил адвокат в полторы недели, уже все забыла, понимаете? Просто кошмар. Где Ками? Ладно, теперь я вспомнила. Ну что ты тут делаешь? Я же тебя оправдал. Невероятно! Как вам вообще хватает наглости говорить такое после того позора? Все, я вспомнила, как я ее озвучила. Неловко как-то получилось, да? Что у нас за дело? Что у нас за дело? Главное, что все помнят французика. Все помнят французика, верно? Все, это главное. Вот оно что, понятно? Выходит, никто не видел того второго мужчину, да? Но ведь когда я относила заказ, он там точно был. Камми. А, инспектор Итаноко? У тебя все в порядке? Ты хорошо себя чувствуешь? Я надеюсь, это риторический вопрос. Камми, твоему организму уже силы, поэтому обязательно кушай как следует. Ой, такой заботливый. Так точно. Ребята, слушайте. Да? Вы должны вывернуться наизнанку и оправдать Камми. Но смотрите, если вы опять оплошаете, я сам выверну вас наизнанку. Его взгляд. Он не шутит. Инспектор, получается, сегодня вы будете на нашей стороне? Ага. И вы будете всячески помогать Камми, да? Инспектор, вы и вправду будете мне помогать? Восполняем еженедельную дозу гетеросексуальности. Удачного стрима, меньше чем 3. Спасибо большое, бедный студент, за первый донат. Спасибо. Конечно, можешь полностью на меня положиться. Парь, сегодня первым свидетелем на трибуне буду я. Так что постараюсь найти в моих показаниях самое противоречивое противоречие. Хорошо. Ладно, в общем, сегодня мы будем выступать как единое целое. Инспектор Итаноко, я вас просто обожаю.
Я всегда хотела стать похожей на вас. Вы такой надежный человек. Сейчас инспектор разъебет от... Нарю, сегодня все складывается как нельзя лучше, скажи. Хочется надеяться. Не, не хочется. Адвокат! Ну что ж, выносим свою лепту. КХМ, да, я прибыл. Привет, тарелка. Как жизнь, как дело? Удачного стримчанского. Удачных судов меньше, чем три. Какое счастье мне быть тут, хе-хе. Привет, капитан Хан, спасибо тебе большое за донат. Очень рада тебя видеть, спасибо. У нас теперь папик стрима. Хочется надеяться. 7 января, 10:00, окружной суд, зал суда номер 4. У суд приступает к рассмотрению дела гражданки Камми Бидоц. Страна защиты готова, ваша честь. Пошла первая кружечка. Это боль. Мяу. Мяу-мяу-мяу. Отличная погода. Потеплело, теперь можно жить. Да, кстати, согласна. Сегодня прям вообще была хорошая погода. Я кожанку надела. Прям заебись. Весна чувствуется. Спасибо большое, Мэйв, за донат. Большой такой. Вы теперь папик стрима. Спасибо. Это боль. О, господин Карасю? Да, ваша честь. О. Что такое? Ничего, просто всякий раз, когда я обращался к вам во время предыдущих прений, вы отвечали... Чё ты там пискнул, а? И вы говорили таким тоном, что я уже стал вас побаиваться. Ой, блин. Ну это хорошо, что судья нас боится. Хоть уважать будет. А, нет-нет, понимаете, это был мой двойник, а не я. Добрый вечер, тарелочка. Как у тебя дело? Мои соседи решили устроить песни и пляски. Ужас. Песни и пляски? В честь чего? В честь праздников? Выходных? Ой, ну могу пособолезновать, липсиха. Спасибо тебе большое за донат. У меня дела нормально. Только что закончился стол. Адвокат! Когда-нибудь я перестану стрематься присылать донаты. Я сама не могу объяснить данный феномен, но надеюсь, пройдет. Хорошего стрима, тарелочка. Спасибо большое, вишневая рыба, за донат. Спасибо. Не бойся посылать донаты. Некоторые вон даже куну боятся писать. Виски тут интересно сейчас или нет? Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Копеечка в фонд очаровательно-мандаринового винотокротика 2.3. К сожалению, не смогу остаться на стриме, но хотя бы поддержу монеткой. Удачного стрима. Спасибо большое, фарш, пыльце, мясо в рыбах, за донат. У тебя прям каждый донат какие-то новые невероятные описания. Спасибо тебе большое. А, нет-нет, понимаете, это был мой двойник, а не я. Значит, наш старый добрый Рити Харасё снова с нами, да? Старый? Ну тогда ясно. Прокурор, можете приступать. Рити, настоящий ты или не настоящий? Покажут сегодняшние прения. Да нет, поверьте, я вполне себе настоящий Рюити Харасё. Да, это был мой злобный брат-близнец Рюити Плёха. Я сейчас говорил не об этом. Меня интересует, настоящий ли ты Хрюити или нет. Вот что я хочу выяснить для себя. Да, мое предчувствие меня не обмануло. Эта маска скрывает за собой сильную ненависть. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Привет. Нашла классную статью про взаимодействие Райта и Эджворта в играх и аниме. Жду твою реакцию на последнее дело в этой игре. Удачного стрима, меньше чем три. Спасибо большое, относительно козерог, с донат. Рад тебя видеть. Буду ждать статью, когда мы все пройдем. Сейчас ставьте плюсы, кому сегодня было плёхо немножечко. Как вы уже, наверное, знаете, в этом деле уже однажды был вынесен приговор. Поэтому я хотел бы попросить обе стороны не отклоняться от основного вопроса. Не повторять ранее озвученные аргументы по второму разу. А я не собирался повторять доводы своего двойника. Обвинение, можете пригласить вашего первого свидетеля. Давайте начнем с формальностей. Фамилия, имя, род занятий. Свидетель, представьте суду. А, извините.
Меня зовут инспектор полиции. Я занимаюсь Хироси и Тадока. Наоборот, инспектор. О, ёлки, точно! В обществе вчерашнего дня я занимаюсь предварительным следствием этого дела. А почему со вчерашнего? Ну, следователь, который ранее курировал это дело, сейчас занят другим убийством. Лишь бы инспектор нас не подвел. Судите, в таком случае пишите суду обстоятельства преступления. Хорошо. Потерпевшего зовут Анако Такано. Он работал программистом в компьютерной фирме Багнет. Вот протокол его вскрытия. Суд принимает его в качестве улики. Протокол вскрытия Такано приобщен к материалам дела. Пожалуйста, взгляните на схему ресторана. Момент пись потерпевший сидел вот за этим столиком. Кофе, содержащий летальную дозу яда, принесла ему официантка. Я правильно понимаю, речь идет о подсудимой? Да, правильно. Потерпевший отпил кофе, сразу же скончался от действия яда. В этот момент в ресторане помимо потерпевшего находилось еще двое лиц. Владелец ресторана и по совместительству его шеф-повар Мароми Фундево. Вы местный завсегдатай по имени Мэдзи Ямато, который обожает официанточек. Как по мне, здесь все крайне очевидно. Схема ресторана приобщена к материалам дела. Ну что, инспектор, давай бери в руки молоток и забивай последний гвоздь в крышку гроба подсудимой. Инспектор, в таком случае можете приступать к даче показаний. Ну хорошо. Показания свидетеля обстоятельства преступления. О, Артебончик, привет! Артмодерируй чатик полностью. В момент убийства Анако Такано сидел своим столиком один. Судя по всему, перед смертью он слушал радио. В чашке из-под его кофе были обнаружены следы яда. Потерпевшего отравили цианистым калием, очень сильно действующим ядом. И у подсудимой вроде как мог быть некий повод для убийства. Скрыть яд в пучинах крепкого черного кофе. Ловко придумано. Ты поаккуратнее пей, года кофеечек-то. По-моему, факты говорят сами за себя. Господин Карасю, я разрешаю вам приступить к допросу свидетеля. Ну, у меня есть одна просьба. Да. Постарайтесь сегодня не повышать голос на окружающих, хорошо? Ваша честь, я же вам говорила, это был мой двойник, Рюити Плёха. Так, дайте я сейчас это самое освежу воспоминания. Так. Статья датирована 5 декабря. Дишбомбер, ахаха, маск де маск. Журнал еще работу. Главное блюдо Требьен Бурдо. Фондовоз дал 50 миллионов. Время смерти. Между 13 и 14. Абсолютно плюсую к фобии присылания донатов. А когда писала Куну, вообще думала посидею хехе. Да вы че? Кун самый безобидный человек на свете. Почему вы его боитесь? Типа, ребята, ну вот, смотрите, вот, я вам сейчас покажу, да? Вот, смотрите, вот это Кун из Москвы. Мяу, 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 мяу. Это уже звучит как вызов. Да, звучит. Шучу. Запятая поэтому точка собственно. Протестую. Д. Оу, май, капитан Хан, спасибо тебе большое за такой большой донат. Вы забираете титул побега стрима. Спасибо тебе большое. Вот, значит, фарш, виски, смотрите. Вот Кун из Москвы. Я ему обрабатывала эту фотографию лично. Посмотрите, прекрасный человек, сразу видно, прекрасный ребенок, добрый взгляд, нежное лицо. Вот как можно бояться вот это ангельское создание? Как?
Вот как вы его можете бояться? Он же пусечка. Но он же булочка. Ну вы что, ребята? Смотрите, какие у него классные открытки на стене. Ну как вы думаете, вот неужели есть смысл бояться человека, у которого вот такие открытки на стене? М? Ну, сразу видно, и родственники у него хорошие, да? Да? И друзья у него замечательные. Вот, и открытки хорошие, православные у него на стене, во всех... Вот, и статус, что он за 15 шекелей отдастся. Ну, как можно такого человека бояться? Замечательный мальчик, прекрасный ребенок. Ну? Мать я, сестра Дашка Атанасова. Ну, как его можно бояться-то, а? Чего боитесь? Мужика вот этого вы боитесь его на стене? Ну, хотите, удалю. Хотите, удалю мужика, страшно у него со стены. Тому, кто не военный, но просто офигенный, да? Все, ладно, хорошо. Забыли про куда из Москвы. Так, еще у нас сидела одна за столом. Неужели его показания правда чему-то противоречат? Честно говоря, я не знаю. Но когда мы все были в зале ожидания, инспектор Итаноко сказал, что мы должны выступить как единое целое. И тем не менее, он даже не удосужился оставить нам хоть какую-то лазейку. Ничего не поделать. Ладно, раз такое дело, то надо сперва выпросить у него как можно больше подробностей. Давайте его с последним доебем. В смысле... был какой-то некий повод для убийства. Поподробнее. Некий повод? Да, ну лично я считаю, что он был совсем незначительным, и кроме того... Инспектор, у меня есть одно золотое правило. Если мне попадается невкусный кофе, я его отставляю в сторону и беру следующую чашку. Вы о чем? Ты единственный свидетель в моем арсенале. Вот что я имею в виду. А теперь скажи, в чем заключался мотив подсудимой? Инспектор. Мотив? Ну, говорят, она хотела завладеть лотерейным билетом потерпевшего. Лотерейным билетом? Мы о нем уже слышали вчера. Он пропал с места преступления. Только вот это был непростой лотерейный билет. Он мог принести его обладателю 50 миллионов. Нам о нем рассказывал господин Фандево, помнишь? Он по ошибке схватил соседний билет. Неужели Ками вправду его украла? Что же делать? Стоит ли мне развивать эту тему дальше? Конечно же! Постойте, но ведь пропажа билета еще не означает, что к этому причастна моя подзащитная. Ха. Я сейчас держу в руках тот самый лотерейный билет. Откуда он у тебя, братан? Который стоит 50 миллионов? Я вошла строить с полицией непосредственно на месте преступления. При досмотре подсудимой. Что? Тишина, тишина. Ха, да, она та еще lucky girl. Lucky girl. Что за хуйня? Пожалуйста, предоставьте этот билет распоряжения суда. У судьи начал заметно дрожать голос. Надо не спускать с него глаз. Постойте, но ведь этот билет уже фигурировал во время прошлого процесса. Правда, теперь он явно приобрел весе 50 миллионов, значит. Это простой клочок бумаги. Сейчас вас должно волновать, где он был найден. Он был обнаружен при Каме. Так, понятно, надо еще дальше разбираться. Давайте просто все даем, блядь. Подождите, пожалуйста. Что такое? Неужели ты нашел противоречие в моих словах? Он так на это надеется, что у него даже проступили слезы. Да, ваши показания противоречат словам подсудимой.
Она утверждает, что за столиком сидел еще один человек. Да, вот именно, честно говоря, я... Убийца не такое скажет, чтобы избежать наказания. На что вы намекаете? К сожалению, ни шеф-повар, ни клиент не смогли подтвердить ее слова. Верно, инспектор? Да, их показания полностью совпадают друг с другом. Они оба подтвердят, что за столиком не было посторонних. Что же делать? Стоит ли мне развивать эту тему дальше? Да. Возможно, они его просто не заметили. Допустим, что-то могло заслонять им обзор его столика. Ха, вынужден огорчить тебя, Хрюити. Ну что, у нас Хрюити Unlucky Boy или что? Я держу в руках путевку. Путевку? Но это же вроде фотография. Да, это путевка. В места не столь отдаленные. И я дарю ее твоей подзащитной. Данная фотография была снята со входа на кухню. Я так понимаю, именно ту сцену видел шеф-повар в тот момент, да? Скажи мне, Хрюити, как можно было ухитриться не заметить второго человека? Имея такой хороший угол обзора места убийства. Действительно, столик жертвы виден как на ладони. Нормально мы налутались. Он слушал радио? Да, у него на грудном кармане лежал радиоприемник. Но ведь Ками тоже это упоминала, помнишь? Что у него был наушник в ухе? Что же делать? Да, Кай, мы все темы развиваем, вообще по максимуму. А что именно потерпевший слушал по радио? Парень, откуда ж мне знать? И его нисколько не смущает собственная некомпетентность? Ну, все впустую, да? Расскажите суду о том, как была травма потерпевшей. А вы нашли следы яда только в его чашке? Парень, я не совсем понимаю, к чему ты ведешь. Яд, которым отравили жертву, он был жидким или он был в виде порошка? Ну, грубо говоря, да, он был в виде такого порошка. Значит, яд вполне мог находиться и в сахарнице, и в солонке, и в перечнице. Хрюити, неужели ты пьешь кофе с солью и перцем? К слову, потерпевший пил кофе без сахара. Блин. Получается, яд находился в самом кофе. Да давайте, давайте развивать тему, погнали! Вы точно уверены, что он пил этот кофе? То есть? Тут указано, что в чашке с кофе был найден яд. Но кто сказал, что потерпевший его пил? Я понял, на что ты намекаешь, сейчас говорю. Хватит, тут так много обжекшенов. На всякий случай, мой протест адресован нашему инспектору. О, нет? Ты утверждаешь, что понял намек Хрюити. А раз так, то незачем переливать из пустого в порожнее. Быстрее предъяви суду ту самую улику. Ту самую улику? Да, ту самую. Какой именно улики вы говорите? Вот об этой. Схуяли! За что мне все это? О, точно вспомнил. Это та самая чашка, из которой потерпевший пил кофе. Обратите внимание на ее ободок. Ну, не отчетливо видим кофейный след от губ. Собственно, что и требовалось доказать. Потерпевший пил кофе, который ему принесла подсудимая, вот так. К слову, нашли на чашке лишь отпечатки потерпевшей и подсудимой. Изучив ее содержимое, следствие пришло к однозначному выводу. Хватит. Тут все предельно очевидно. Факты говорят сами за себя. У подсудимой было достаточное основание и возможности для совершения этого преступления. Поэтому я практически не сомневаюсь в том, что она причастна к убийству потерпевшего. Обожаю сообразительных старцев. Я уже молчу о лотерейном билете на 50 миллионов. Он сам по себе является мотивом для убийства. К
Кто знает, возможно, даже я не смогу устоять перед таким соблазном. Мистер судья, вы палитесь. Обожаю падких на деньги старцев. Год, я тоже старый, падкая на женщины деньги. Ой, на женщины. На деньги женщина, а еще такая падкая на тебя, Года. Блин, на ее вину указывает очень серьезное доказательство. Неудивительно, суд уже однажды признал ее виновной. Ну что, пора бы уже завершить повтор этой серии. С помощью последней веской улики. У него есть еще одна улика, да еще и веская. Этот фартук, который был надет на нашей деве в момент убийства. Ну да, как же сильно он запачкан. Кошмар. Минутку, неужели это... Неужели это кровь? Судя по всему, официантка запаниковала. Ненароком вылила на себя чашку кофе. Кофе? Но ведь это далеко не самая примечательная деталь в этой улике. Естественно, я предъявил этот фартук вовсе не из-за пятна кофе. Он заслуживает внимания по иной причине. По иной причине? Я так понимаю, вы намекаете на... Конечно, я намекаю на карман. Что? Карман? Сразу после убийства полиция обнаружила в кармане фартука подсудимый цианистый калий. Именно этим ядом был отравлен потерпевший. В фартуке подсудимый был обнаружен пузырек с ядом? На нем были обнаружены только отпечатки пальцев Ками. Чего? Порядок, порядок. Требую порядка в зале, и суд принимает эти предметы в качестве улик. Только мне одно непонятно обвинение. Почему вы ничего не сказали об этом пятне крови? Каком еще пятне крови? Ну как же, я говорю об одном красном пятне на фартуке. Какого черта, я первый раз о нем слышу. А он из-за своей маски красной, что ли, не различает? У него типа все красное. Кто здесь хороший мальчик? Поэтому он не может отличить оттенки. Хороший мальчик. Играю в Геншин. Мне со стандарта только что упала небесная ось, теперь Райден будет с чем ходить. Улова мне слишком лень рыбачить. ПС, надеюсь, что кто-нибудь нарисует арты с тобой и Года. А-а-а! Поздравляю относительно Козерог, с ось для Райден хороша, сама с ней бегаю. Ты обратись к мелкому, он тебе может это, срыбачить все. За денежку, так сказать. Спасибо относительно Козерог с донат. Адвокат! Мое мнение о Года периодически меняется от мысли, что задолбоеб до желания быть на месте его чашки, кофе и обратно. Есть такое, Сейлор Мун, да, понимаю тебя. Ну, короче, Года все видит, видимо, в красных оттенках, и кровь он и не заметил. Как он тогда работает прокурором, вообще непонятно. Тут и слышать ничего не нужно, оно сразу бросается в глаза. Ну, инспектор, неужели это и вправду пятно крови? Нет, конечно! Это всего-навсего кетчуп. Кетчуп? Скорее всего, он попал на фартук накануне убийства, когда камера носила посетителям завтраки. Ну, инспектор, впредь не молчите так долго! Еще раз такое повторится, и ты у меня выпьешь 17 чашек кетчупа. Я думал, о нем уже и так всем известно. В данный момент я не вижу достаточных оснований для пересмотра своего предыдущего решения. Возможно, совершение убийства, мотив, неопровержимая улика. Все эти факты прямым образом указывают на вину подсудимой. Ну что, Крити, судя по всему, ты оказался самым настоящим самозванцем. А-а-а, черт! Свидетель, я хочу попросить вас еще раз дать показания. Расскажите суду, как сотрудники полиции попали на место убийства и как проходило расследование. Показания свидетеля, вызов и расследование. 14:25 полиции позвонил некий сварливый дед и сообщил, что в ресторане произошло убийство. На месте преступления ребят нашли камни. От полученного шока она потеряла сознание.
потерпевший не имел по себе никаких удостоверяющих документов. Однако ребята достаточно быстро выяснили его личность, и затем расследование шло без проблем. Во время личного обыска Ками был найден лотерейный билет и флакон с ядом. Больше с места преступления ничего не пропадало. Полиция выяснила личность жертвы и задержала подозреваемую. Ясно. Нихуя не ясно, братан. Это твоя последняя возможность доказать, настоящий ты Хрюити или нет. Рити очень серьезно отнесся к этому заявлению. Больше у тебя не будет допросов, так что постарайся провести его с огоньком. Если не взвесу показания Пух и Прах, судья оставит свое предыдущее решение в силе. Ну, инспектор вроде не допустил ни одной оговорки. Поэтому нам попросту не за что зацепиться. Да, ты права. Но таких рассеянных ребят, как Ками и инспектор Итаноко, нужно еще поискать. Возможно, они что-то упустили из виду. По крайней мере, мне хочется так думать. Инспектор, пожалуйста, ваша рассеянность должна выйти на новый уровень. Так. Вы говорите о выигрышном билете на 50 миллионов и флаконе с ядом? Ого. Странно, мне казалось, что в тот день пропал еще один лотерейный билет, нет? А, тот, который был владелец ресторана. Представляешь, он сорвал целую сотню. Везет же людям, да? Неужели шеф-повар эта выходка сойдет с рук? Это всего лишь 100 йен, так что я думаю, на них можно закрыть глаза. Для них это даже не деньги. Не то, что для инспектора. Да пипец, целых 100 йен, это вообще-то огромные бабки. Вообще не смущает, что она была без сознания и можно было ей подкинуть что угодно, да? Но ведь подсудимая все это время лежала без сознания, да? В таком случае не исключено, что кто-то мог умышленно подложить эти улики в карман подсудимой. Точно, парень, верно подмечено. Со мной такое случается сплошь и рядом. Неделю назад мы всем отделом справляли Новый год, и когда я вернулся домой, оказалось, что... Ну, мне почему-то были надеты ботинки моего шефа. А? Если ты не перестанешь нести всякую ересь, ботинки твоего шефа окажутся у тебя во рту. О, мистер Года, засуньте свои ботинки мне в рот, пожалуйста. Хрити, ты говоришь, что кто-то подкинул подсудимые эти улики, да? Это крайне смелое заявление. Способен ли ты подкрепить его конкретными доказательствами? А я ебу вообще! Ну, я бы с радостью их предъявил, если бы они у меня были. Я так понимаю, вы не в состоянии этого сделать. Свидетели, продолжайте давать показания. Подождите минутку. А, неужели я опять сморозил какую-то глупость? Недавно инспектор заявил в своих показаниях, что у потерпевшего не было при себе никаких документов. Ну да, верно. Но тогда каким образом полиции удалось так быстро установить его личность? А, ты об этом. На его лице читается конкретное разочарование. На столике потерпевшего рядом с лотерейным билетом лежал именной пакет от лекарства. Судя по всему, перед походом в ресторан она Катакана посещал врача. Они узнали данные погибшего благодаря журналу доктора, который выписал ему рецепт. Да, у меня нет никаких возражений. Как мне лучше всего поступить? Стоит ли дальше расспрашивать его об этом лекарстве? А какое лекарство лежало в том пакете? Ну, видишь ли, он был пустым. Так. В нем ничего не оказалось. Пакет был пустой? Думаешь, тебя спасет пустой пакет? А чё, какой... Я случайно по микрофону стукнула. Извините, пожалуйста. Вот это, да, звук? Простите, ребят. А чё, он был громкий очень, да?
Итак, инспектор, когда я еще проходил расследование? Ну-ка, а можно его спросить о медицинской страховке? Давайте попробуем. А, нет. Ага, ничего не пропадало. А пакет-то куда делся? Инспектор Итанока, как вы того и желали, я вынужден указать на одно противоречие в ваших словах. Ну, наконец-то! Давай, не томи, а то я уж весь как на иголках. Вы сказали, что больше с места преступления ничего не исчезало. А пакетик из-под лекарства потерпевшего оказался пустым. Инспектор, полиция находила на месте убийства какие-нибудь медицинские средства? Да нет, ничего подобного не находили. Перед тем, как прийти в ресторан, потерпевший посещал врача и тут выписал ему рецепт. Но пакетик, в котором должно было находиться лекарство, оказался пустым. Паря, да ты просто гений! Действительно. Во время предыдущих слушаний мы не уделили должного внимания этой улике. Инспектор, почему постоянно забываете упомянуть о подобных деталях? Ну, видимо, моя рассеянность вышла на новый уровень. Гуда сегодня прям жестит. Заметили? Лучший. Надеюсь, мое сердечко не остановится. Никогда не думал, что даже угрозы могут звучать так меньше, чем три. Да, кстати, сегодня Гуда прям вообще жесткий такой пацан. Интересно. Спасибо большое, капитан Хан, за донат. Потерпевшего отравили цианистым калием. В то же время его лекарство исчезло с места преступления. Вероятнее всего, именно оно и содержало смертельную дозу яда. Порядок в зале. Суда. Обвинение, что вы думаете? Чат, вот кто проходил? Скажите, пожалуйста. Мы будем допрашивать Хансусика? Ха, это все твои доводы. Что? Прочитай нам название клиники, которое указано на пакете от лекарства. При чем тут его название? Отоларингологическая клиника Ньюер. Так он лечил уши? Собственно, от какого именно заболевания страдал господин Такана? Я бы не назвал это заболеванием. Это скорее было боевое ранение. Боевое ранение? За день до своей смерти господин Такана ввязался в драку. Во время потасовки его ударили по уху, в результате чего у него лопнула барабанная перепонка. Перепонка? То, что именно ему выписали в качестве лекарства? Кремообразный препарат, который требовалось вводить внутрь уха. То есть, его не нужно было пить. Все эти подробности были указаны мелким шрифтом в его протоколе вскрытия. Патологоанатом обнаружил следы препарата в левом ухе погибшего. Да, вы правы, все это указано в протоколе вскрытия. Очень мелким шрифтом. Когда Анака Такана находился в Требьен-Бурдо, он смазал ухо этим кремом. Поэтому вероятность того, что он мог принять его внутрь, равна нулю. Черт! Получается, данный препарат не играет тут никакой роли. Нет. Нрю! Если ты не сумеешь найти еще одно противоречие, судья закроет заседание. Она права. Но я не вижу, что еще можно подвергнуть сомнению. Как же мне поступить? Совсем недавно прокурор Года говорил следующее. Когда Анака Такана находился в Требьен-Бурдо, он смазал ухо этим кремом. Тогда почему он не был найден на месте преступления? Ну, ведь его нужно было вводить внутрь уха, так какая разница, куда он делся? Препарат потерпевшего пропал с места убийства, это неоспоримый факт. Защита считает, что суд должен найти ответы на все нестыковки, даже на самые незначительные. Ты прекрасно понимаешь, что это средство тут совершенно ни при чем. Я прекрасно понимаю, мне нужно доебаться до чего-то.
глаза не стыкали, вряд ли мог находиться в креме, который выписал доктор. Ой, блин, Заюш, не знаю, но с таким же успехом он вряд ли мог находиться и в кофе, который принесла официантка. Однако факт остается фактом, яд кофе был, значит, он мог быть и в креме. Черт. Так, ладно, хватит. Прокурор, года у обвинения есть другие свидетели, помимо главного следователя этого дела. Обвинение. Я тут утром привез с собой одного свидетеля. Это тот самый дед, который был в ресторане в момент смерти потерпевшего. Который насильно кормит голубей семечками? Ну хорошо. Пропажа лекарства погибшего едва ли заслуживает внимания суда. Во время предыдущих прений никто не удосужился упомянуть об этом факте. Мне кажется, это несколько подозрительным. Ри, ура! Сейчас мы прервемся на 10 минут, а затем суд заслушает показания следующего свидетеля обвинения. Ха. Значит, мне придется разделаться с тобой за последние 6 чашек кофе. В заседании суда объявляется 10-минутный перерыв. 7 января, 11.03. Окружной суд, зал ожидания номер 1. Фух, еле принесло, да? Ух, я думала еще чуть-чуть, и меня можно будет выносить ногами вперед. Вы прямо говорите моими словами. Скорее моими. Я думала, у меня там точно остановится сердце. От обжекшенов года? Ну, сегодня прям очень много обжекшенов хуяли. Да уж, мы все трое переживали одинаковые чувства. Но я до сих пор не могу забыть о поступке инспектора Итанока. Он нас предал. Он сказал, что поможет мне. Но вместо этого он лишь усугубил мое положение. Ками, зайка, ну он же не со зла, он же просто глупенький. Ками, у него просто не было другого выхода. Он же все-таки следователь, это его работа. Знаете, я уже привыкла к тому, что меня обманывают и предают. Но в этот раз меня как будто ударили в живот со всей силы. Как же он мне противен, видеть его больше не хочу. Они нагнетают драму. Мои соболезнования, инспектор. Выходит, следующим свидетелем будет тот дед, их постоянный клиент, да? Да, Мэдди Ямато, любитель семечек и разодетых официанток. Вовсе будет крайне непросто. Он достаточно упрямый человек. Его упертости может позавидовать любой осел. Рю, а мы точно с ним справимся? Да, пусть швыряет свои семечки сколько влезет. Я их перегрызу все до единой. Какой Рю невероятный. 7 января, 11.15. Окружной суд. Зал суда номер 4. Суд возобновляет слушание по делу гражданки Ками Бидацу. Обвинение можете вызвать нашего следующего свидетеля. Пригласите счастливчика, который наслаждался всем представлением за чашкой кофе. Отец, представься. Отец! Годы очень уважительно относятся к пожилым мужчинам. Музон восхитительный. Меня зовут Мэйзи Ямато, родился и вырос на рабочей окраине. Честный, доброжелательный, малосентиментальный. Бываю порой вспыльчив. Господин Ямато, это понятно. Скажите, кем вы работаете? Работаю? Молокосос! Ну что, всерьез думаешь, что роспись кимоно нынче пользуется спросом? Кимоно? Да, я ремесленник, я расписываю кимоно фамильными гербами. Мои предки веками занимались росписью одежды фамильными узорами. На, так он художник-ремесленник? В последнее время их стало так мало? О, точно, надо будет попросить его украсить мой наряд. Вообще, сейчас подобный труд уже никому не нужен. Поэтому мне пришлось устроиться кассиром бургерную забегаловку и лыбиться там всем подряд. Им надо было поставить его на кухню. Они же так распугают всех своих клиентов. Судите, в момент убийства вы находились в ресторане Требьен Бурдо, верно? Ничего бы, я пил кофе и лузгал семечки. Семечки? Ну да, вот эти самые семечки. О. Отец, в тот день ты все видел своими глазами, да?
Ты еще спрашиваешь, безусловно, я все видел. В таком случае можешь начинать, я само внимание. Конечно, у меня самого чешутся руки все рассказать. Он явно входит во вкус. Показания свидетеля, что я видел? Вот все было так. Паренек, как ни в чем не бывало, почитывал себе спортивную газету. Затем подавальщица принесла ему чашку с кофе, но при этом она что-то туда подмешала. Как только паренек отпил кофе, у него скривилось лицо от боли, после чего он упал на стол. Тут подавальщица ее очень хорошо запомнил. Вон она сидит себе на скамье подсудимых. Свидетель, не надо называть ее подавальщицей, она работает официанткой. Ха, старый пень, ты туда же. Я понимаю, молодняк, но ты чё увлекся этими западными словечками? Блин, знаете, как это... если сидите в Твиттере, есть какой-то вообще наглухо отбитый чел. У него аккаунт называется... Он даже так назвал аккаунт «Берегите корни русского языка». Он просто доебывается к абсолютно рандомным твитам. И... объясняет, как слова там неправильно написаны. Я сейчас даже найду пример. Вот мне этот сейчас дед его напомнил. Вы видели? Сарен видел, да? Берегите корни русского языка. И он реально, он настолько не в попад пишет все. Я просто сейчас попробую найти какой-нибудь из его твитов. А, во-во-во, у него аккаунт называется «Корни русского языка». Не репостить, а пересылать, перебрасывать, делиться, пересказывать, оглашать. Берегите корни русского языка. И вот у Ямато такой же вайб абсолютно, как у этого мужика. Не проект, а замысел, затея, начинание, зачин, почин. Не центр, а середина, середка, средоточие, узел. Не физический, а вещественный. Не офис, а представительство, стол, приемное, учреждение. Не комик, а смехач, острослов, остряк, шутник, шут, скоморох, прикольщик. Прикольщик, прикол. Не антивоенный, а противовоенный, военопоносный, миролюбный. Не протест, а противление. Не соцсеть, а общая сеть. Не концерт, а выступление. Давайте говорить русскими словами. Просто пипец. Не офтальмолог, а глазник, глазовед. Не интересно, а любопытно, занятно, занимательно. Не армия, а войско, рать. Ежели изъясняетесь по-русски, то используйте коренные русские слова. Вес вообще очень странный чел. Не санкция, а острастка. Поняли? На Россию наложили не санкции, а острастки. Да? И сейчас не апрель, а цветень. А после цветения не май, а травень. Поняли? Может, это шутка? Нет, вот реально, вот просто вот если вы в Твиттере сидите, поищите типа с ником «Корни русского», и он потом еще такой «Берегите корни русского языка», ко всему пишет. Короче, очень странный чел. Не студент, а вузовец. Не метро, а подземка. Не ремарка, а замечание. Не пассажир, а путник, седок, ездок. Не акция, а действие, поступок, деяние, мероприятие. Не сексуализировать, а соблазнить. Вот, короче, будете, значит, сраться в Твиттере, да, за сексуализацию персонажей Геншина и такие... Нет такого слова сексуализация. Есть соблазнение. Соблазнение персонажа Геншина. Она говорит не персонажки, а как-нибудь девицы геншиновские. Как назвать женского персонажа игры? Чтобы это звучало прям исконно по-русски.
Героини же нельзя назвать, да? Героиня... Это раз... Героиня? Девица, девица, да, девица. Угу, девица, вот, да. О соблазнении девиц басурманской забавы Genshin Impact. Поняли? Не солдат, а воин, воитель, боец, рядовой. Не стул, а седало. Поняли? Вы сидите не на стуле, вы сидите на седале. Берегите корни русского языка. Не твич, а волшебное зеркальце. Блин, не, вообще чел, конечно, угарный, угарный. Не фотка, а снимок, светопись, светлина. Глазник, треш. И затем я вспоминаю, что большинство бабулек, которые приходили в поликлинику, так и говорили: я к глазнику и я, ГЛ. Что? Это же офтальмоэргеха. Теперь ору особенно. Ну да, есть такие. Большая часть слов, которыми он исправляет, заимствованы из французского, латыни. Ну да, он прям, он вообще целиком против любых заимствований. Целиком, Неколекс-чан. Подождите, а стул прям это заимствованное тоже слово? Я думала, стул это мы придумали. То есть надо говорить седало все-таки, да, и по-православному-то. Не магазин, а лавка, торговый дом. Не продукт, а еда, снедь, пища, продовольствие, съестное, яство. Не телевизор, а долевит. Долевит. Поняли? Долевит. Смотришь долевит в опочивальне. Да? Угу. Причем мне нравится слово холодильник. А, ну холодильник, да, в принципе, наше слово. Капец вообще. А сейчас у нас вообще-то не стрим проходит, не стрим, а вещание. Вещание сейчас, да? Вещание. Не телевизионный, а долевидный. Не эфир, а вещание, включение. Не видео, а видево, съемка. Поняли? Господи, Артемон, что ты, блядь, сделал? Не, ну чел вообще эпичный, эпичный чел. Не санкция, а страстка, запрет, кара, наказание, ограничение. Кары наложили на Россию, девочки, кары. Кары! Извините, пожалуйста, не могу. Не ветеринар, а звереврач. Звереврач. Рассказывайте, кто учится на звереврача. А вот. Не миллиардерша, а не ведица, богачка. Да, извините, конечно, что мы пошли, ну, типа, не туда немного. О, девочки, особенно, вам сейчас вот это понравится. Не лифчик, а насисечник, натитечник. Оперсник, нагрудник, чашечник, тетёшник, подперсник, наперсник. Девки, что вы носите? Рассказывайте. Вот лично у меня тетёшники. А у вас? А у вас насисечники? Девочки, рассказывайте, вот вы подперстники кружевные покупаете? На сисечники, на титечники. Тити? Нет, наш. Титьки. Говорили ж так всегда. Берегите корни русского языка, девочки. Не грудь, да, а титьки. Поняли?
Срочно скинь пролифак куда-нибудь. Я могу сейчас телегу это закинуть, если вы хотите. Ой, блядь. У нас как-то внезапно стрим перешел в обсуждение на сисечников, на тичечников, тетешников. Нет, тетешник это хорошо звучит. Я скинула в телегу. Присылайте в мой личный почтовый ящик снимки своих титек. Да, давайте беречь корни русского языка, девочки, пожалуйста. Все-таки это важно, это важно. Сисечник, блядь. О. Не ТВ, а далевидение. Не телеграмма, а дальнописка, далевка. Ребята, скинула в дальнописку! Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Опять обсуждение русского медвежонка пошло. Да, у нас все время, если камень, то что-то начинается связано с языком русским. Спасибо большое, относительный козерог, за донат. Вот, девочки, да, весточка, не сообщение, весточка в моем, в моей дальнописке. Дальнописка, далевка, далечка, вот. Но дальнописка лучше всего звучит. В дальнописке, значит, рассказываю, как вот правильно называть то, что вы на свои груди, перстни надеваете, вот. Ладно, все, давайте, заканчиваем. У нас тут это... У нас тут вообще серьезный стрим, да. Подписывайтесь на мою дальнописку, девочки, подписывайтесь. Так и сделаем. У нас будет команда в чат не телега, а будет команда дальнописка. Берегите корни русского языка. Тетёшник. Ну да, мне тоже нравится тетёшник. Тетёшник звучит хорошо. Я понимаю, молодняк, но ты чё увлёкся этими западными словечками? Словечками? Надо говорить не туалет, а уборная. Не салфетка, а губоподтиралка. Не лифчик, а тетёшник. Понятно? Это один и тот же человек! Конечно. Я хочу обратиться к залу. Мы должны... Мы должны сохранять родной язык в чистоте. Не надо тащить в него всякую иностранщину. Берегите корни японского языка. Ну ладно, давайте тогда приступать к допросу свидетеля. Хорошо. Допрос свидетеля, что я видел? В общем, все было так. Паренек, как ни в чем не бывало, почитывал себя с парти... А, ну это мы сейчас только что слушали. Давай, сейчас принесла чашку с кофе. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Самое смешное, что этот чел не прав. Исконно русские слова – это слова с древнерусским происхождением, а он использует много слов южнославянского происхождения, то есть не русские. Я думаю, он сумасшедший немножечко. Типа, просто доебываться до абсолютно рандомных людей в Твиттере и указывать им, как правильно писать, мне кажется, нормальный человек не будет таким заниматься. Спасибо, Нордюмак, за донат. Так, что у нас там скажет? Думаю, старый Пенни правда видел Ками? Но ты же знаешь, он ходит в тот ресторан за тем, чтобы поглазеть на официанток. Подожди, но разве он туда ходит не ради их нарядов? А ведь действительно, она права. Но неужели я сейчас сказала что-то дельное?
я вот думаю, может быть, дед видел вовсе не Ками, а какую-то другую официантку. Тогда нам надо обязательно выяснить, кого он видел на самом деле. Вы говорите, что хорошо ее помните. Выходит, вы способны описать примет ее внешности, да? Стыдоба, это они приветы, вот что я тебе скажу. А? У нее были полностью оголены ее, ну сам знаешь что. Оно и неудивительно, учитывая, в каком откровенном наряде она расхаживала. То есть все, что вы запомнили, это ее откровенный наряд? Но ведь в той одежде мог быть кто угодно. Даже я. Рити, я думаю, если бы ты был в этой одежде, это бы мы точно запомнили. Сосай ее, сосай ее, Шинзо, сосай ее. От этого просвещения пора выпить кофе-ку. Кофе, Мэйв. Берегите корни русского языка. Спасибо большое за донат, Мэйв. Вы забираете обратно свой титул папика стрима. Спасибо большое, спасибо. Точнее, благодарствую. Защита, воздержитесь от подобных примеров. Спасибо. А ты чё, хуй стал? Рю, тебя начал заносить не в ту степь, соберись. Да, я как-то не сообразил, что могу ненароком сломать судье психику. Фе, само собой запомню другие черты ее внешности. Но ведет себя крайне уверенно, что же делать. Я вполне верю, что вы видели там официантку. Но с чего вы взяли, что ей была моя подзащитная? Не могу и согласиться с вами. Свидетель, вы говорите, что запомнили другие черты той официантки. В таком случае помяните о них в ваших показаниях. Не вопрос. Мне в волосах была заплетена лента. Кроме того, у нее были развязаны тесемки фартука. Так, и чё? Блять, я не то прожала. Извините, пожалуйста. Да, вы определенно запомнили некоторые приметы ее наряда. Но как же ее лицо? Мы его запомнили. Естественно! Свидетель даже подметил, что ее фартуку были развязаны тесемки. Так что он вряд ли мог упустить из виду ее лицо. Еще бы, даже помнишь, что у нее в волосах была ленточка красного цвета. Вот видишь, свидетель отличается прекрасной наблюдательностью. Да, тут нет никаких сомнений. Он четко помнит, как выглядела та официантка. А у нее разве ленточка была красная? Но у нее бантик, а не ленточка! Как же мне поступить? Такое ощущение, что тут не все так гладко. Все эти приметы внешности можно увидеть только со спины. Спины? Может быть, вы вовсе не видели лицо той официантки? Ха, отец, ну не молчи. Когда кого-то просят обрисовать внешность другого человека, люди, как правило, начинают описывать черты лица. Но вместо этого свидетель стал рассказывать нам о красной ленте и развязанных тесемках фартука. Хватит выставлять меня помешанным на всяких веревках! Я всего лишь описал то, что я видел. В таком случае поведайте суду, что вам бросилось в глаза, когда увидели официантку спереди. Все мы знаем, чему бросилось в глаза. Да не вопрос! Показания старого пня с каждым разом становятся все длиннее и длиннее. Если мы в ближайшее время не найдем в них противоречия, они растянутся до бесконечности. Когда товарищ повернулся ко мне лицом, я не заметил ее внешности, ничего особенного. Это схуяли, ты ничего особенного не заметил. А то ж у нее очки, блядь. А, надо было просто доебаться. Надо было просто перебить. Получается, вы четко видели лицо подсудимой, да? Однозначно! Я видел то, что видел, и я от своих слов не отступлюсь. Этого еще мне не хватало. Теперь старым пне взыграла принципиальность. Я вот думаю, действительно ли он тогда видел Ками? Очевидно, что без конкретных улик тут не обойтись. Можно доказать, что дед видел официантку только со спины. Так, а как мне доказать, что он ее видел только со спины?
Может быть, фартук показать? Господин Ямато, пожалуйста, взгляните вот на это. Он такой большой. Думаю, единственное, что я могу сюда добавить, это отвратительный злобный смех победителя. Мой собственный. Думаю, это заслуживает чашки кофе, если бы мне не запретили его пить. Пока что. Капитан Хан, о мой бог. Капитан, спасибо вам большое за такой огромнейший донат. Как давно мы не слышали этого стона. Спасибо большое, капитан. Вы возвращаете титул папика стрима. Благодарю. Спасибо. Надеюсь, скоро ты сможешь это отпраздновать чашкой прекрасного кофе. Неотравленного. Этот замызный фартук идет к тебе лицу. Идет тебе к лицу. С ним ты похож на моего внука, который, когда тот заканчивает есть свою кашу. Вам доводилось его видеть? И ты еще спрашиваешь, если мне на глаза попадался настолько замаранный фартук, я бы его точно запомнил. Понял, дурень? Хе, попался. Что случилось? С каких пор... С тех пор, как я сказал дурень, вы слова не проронили. Господин Ямато, этот фартук был на подсудимый момент смерти потерпевшего. Да. Помнится, минуту назад вы заявляли, что если бы вам на глаза попался настолько грязный фартук, вы бы его точно запомнили. Но когда я предъявил вам фартук, вы его не узнали. Нет. Следовательно, вы видели официантку только со спины. А в Рюите, когда в Рюите просыпается гусь, это всегда приятно. Он что, в леггинсах или что ли, в колготках? Свидетель. Вы заслужите снисхождение суда одним смехом. Ха. Ну надо же, судебные прения наконец-то стали оправдывать свое название. Послушай, Хривити, факты, штука упрямая. В тот день в ресторане работала всего одна официантка. Посудимая Камибидотсу, да? Она самая. И когда эта одна единственная официантка подсыпала яд в кофе потерпевшего, за ней следил вот этот дед. Судитель, я бы хотел обратиться к вам. От ваших воспоминаний зависит судьба подсудимой. Салага, четко изложи суду, что именно ты видел. Все, больше отцом его не называешь? Так точно, адмирал, моя память все еще пригодна к службе. Я не припоминаю, чтобы я, неся срочную в бургерной, хоть раз перепутал заказ нашего клиента. Не припоминает? Значит, нам не избежать проблем. Хорошо, тогда давайте испытаем вашу память и внимательность на прочность. Будьте добры, опишите суду внешность потерпевшего. Показания свидетеля о потерпевшем. На вид он был типичным неуравновешенным подростком. На носу у него были такие очки поломанные. При этом он постоянно шуршал газеты, находившиеся у него в правой руке. Кроме того, припоминаю, что он слушал приемник. И в этот момент та самая подавальщица, о которой я говорил ранее, принесла ему кофе. Паренек схватил чашку свободной рукой и отпил из нее. Гав-гав, я твоя собака, трахни меня. Ради года я выпил бы и больше 17 чашек. На самом деле я набил татуировку, и из-за ее заживления я не могу, потому что они сказали мне про то, что мое давление поднимется и заживление нарушится. А, ничего себе! Я татуировки никогда не делал, поэтому я даже не знал, что после того, как набил, нельзя кофе пить какое-то время. Прикольно. Какой у нас сегодня познавательный стрим? Слушайте. Спасибо, капитан Ханс, донат. Я попросил свидетеля дать показания лишь за тем, чтобы выяснить степень надежности его памяти. Как оказалось, он подметил даже самые мельчайшие детали. Естественно, я терпеть не могу ходить вокруг да около. Нарилу, что же нам делать? Все достаточно просто. Надо доказать, что память деда способна заткнуть за пояс любое решето. То есть нам надо намеренно его запутать? Мне кажется, это уже слишком. Но ведь я обожаю это делать. Ух, сейчас мы деда-то обманем.
преследует лишь одну цель – доказать, что памяти деда нет никакого доверия. Для этого нам надо найти в его показаниях противоречия, да? Нам сгодится любая нестыковка. Главное, чтобы она шла вразрез с установленными фактами. Так, а что у нас может быть не по фактам? Неуравновешенный подросток. Нихуя себе подросток, мужику 28 лет. Постоянно шуршал газеты. Ну это да. Он слушал приемник, прислал ему кофе. Он схватил чашку свободной рукой и отпил из нее. Где же у нас может быть противоречие? Может быть, вот это? Что типа... Он не той рукой взял чашку! Около недели, на самом деле. Также тебе не стоит пить алкоголь примерно столько же времени, и они предупреждали, что я должен и тренировки ограничить. Но угадайте, что я сделал. Ну понятно, капитан Хан. Ну все мы с тобой поняли. Спасибо тебе большое за донат. Он схватил чашку. Гав-гав, я твоя собака, трахни меня. Что было бы, если дед встретился с корогой? Эта битва будет легендарной. Мне кажется, они бы сошлись. Мне кажется, они бы сошлись, Сейлор Мун. Спасибо тебе большое за донат. Она ему принесла кофе, он отхватил чашку свободной рукой и выпил из нее. Но он ее, получается, правой рукой отхватил-то. Сейчас, дайте я сохранюсь. Ебать, я такой детектив, обосраться! Господин Ямато, вы помните, зачем вас попросили дать эти показания? С их помощью мы хотели выяснить, насколько надежна ваша память. Не знаю, я все рассказал как есть, все. Клянусь, если где-то соврал, то сгрызу все свои семечки и заворкую, как голубь. Хрити, ты к чему ведешь? По словам свидетеля, потерпевший держал газету в правой руке. А в левой руке он держал чашку с кофе. Фу, где тебе это только сейчас дошло? Пожалуйста, взгляните сюда. Вот уже та чашка, из которой потерпевший пил кофе. Да. Как видите, на ее ободке остался след от губ. Действительно, на ней остался кофейный потек. Если вы внимательно изучите, то вам станет очевидно, что... На самом деле погибший держал чашку в правой руке! О, кошмар, вот это доказательство. Чего? Ну что, господин Ямото, можете приступать? Клюйте семечки и воркуйте, как голубь. Гуля-гуля-гуля! Свидетель, так дело не пойдет. Я думаю, вам пора возвращаться к себе в парк. Стойте! Если вы думаете, что я утрусь и промолчу, то очень сильно ошибаетесь. Плевать я хотел на вашу грязную чашку, я прекрасно помню, что я видел. Вы продолжайте настаивать на своем. Тот паренек однозначно держал чашку левой рукой. А, вот оно что, это не я ошибся. Это ошибся погибший паренек, этот дурень с дикобразом на голове. С чем? Папаша, прекратите. Суд больше не нуждается в ваших показаниях. Папаша, он твой ровесник, судья. Сам ты папаша, не называй меня так. Я уже 68 лет топчу эту землю. Вы не можете так взять и отмахнуться от меня. Выслушайте меня! Увы, свидетель, но... Собственно, а почему бы и нет? Прокурор года. Будет сейчас моя любимая музыка? Только я уже начал 16-ю чашку кофе. Так что это твой последний шанс. Действуй. Спасибо, адмирал! Мэйди Ямато вас не подведет! По
показания свидетеля, левая или правая рука? Смотрите, наушник находился у паренька на той же стороне, что и его половинка от очков. При этом он постоянно теребил его в ухе. Перед тем, как выпить кофе, он прикоснулся к наушнику. После чего он этой самой рукой взялся за чашку, левой рукой. Действительно, на левом глазу потерпевшего была надета отломанная половинка очков. Это была не отломанная половинка очков, а так называемый умный монокль. Это миниатюрный компьютерный монитор, который программисты используют в своей работе. Монитор? Так это нечто сродни телевизору? Внутри линзы установлен экран, на котором отображаются разные компьютерные данные. Это профессиональный инструмент программиста. Мне все равно, какие они умные или тупые, эти очки тут вообще ни при чем. Я совершенно не сомневаюсь в увиденном. По нему не скажешь, что он врет. Это сухие голые факты. А что у них такие технологии? Вообще, кстати, непонятно абсолютно. Технологии охуевшие. Ну что скажешь, Рю? Мне кажется, он мне врал во время дачи показаний. И все же меня не покидает ощущение, что в них что-то не так. Тогда надо предъявить ему улику. Но ведь если он не врет, то в его показаниях не должно быть никаких противоречий. Верно? Он постоянно теребил наушник в ухе. А нахрена он держал наушник в левом ухе, если он оглох на левое ухо? По правде говоря, я не знаю, что мне может дать это противоречие, но... Свидетель, ваши наблюдения за потерпевшим не стыкуются с настоящим положением дел. Ты о чем? Вы говорите, что наушник был на той же стороне, что и его умный монокль. Так и есть, да, наушник был у него в левом ухе, зуб даю. Тем более, с того места, где я сидел, мне было видно только его левое ухо. Ой, гусь какой, гусь! Я в этом сильно сомневаюсь. Что? Свидетель, я так понимаю, вы об этом не знаете. Но потерпевший не слышал левым ухом. Потому что у него была разорвана барабанная перепонка. Ха-ха. Его ухи были найдены следы медицинского средства, которым он его лечил. Как видите, у потерпевшего в принципе не могло быть наушника в левом ухе. Потому что он им не слышал. Это правда, адмирал? Так точно. Гуля! Требуй тишины, тишина. Показания свидетеля никуда не годятся. Он видел официантку лишь со спины. К тому же он утверждает, что у господина Такана наушник находился в поврежденном ухе. Как вы это прокомментируете, прокурор? Черт. Одна капля молока способна сгубить чашку абсолютно черного кофе. И этот дед, словно та самая капля молока. Адмирал, неужели вы считаете меня молокососом? И тут особая чашка, в которой был найден садистый калий. Цвет на ботке однозначно указывает на то, что Анака Такана брал ее правой рукой. Я от своих слов не откажусь даже под угрозой смерти. Паренек пил кофе левой рукой. Даже зеркало, может, он смотрел? Не исключено, что потерпевший пил его двумя руками. Он глотнул кофе, держа чашку правой рукой, после чего он перехватил ее. И именно в этот момент отец обратил на него внимание. Ня!
Такого не может быть. Свидетель неоднократно заявлял, что потерпевший умер сразу после первого глотка кофе. По большему счету, без разницы, какой рукой он держал чашку. Главное то, что потерпевший выпил отравленный кофе. Вот так. Увы, но это не так. Смысл этих показаний был в том, чтобы проверить память свидетеля. Результат однозначен. Его показания не представляют никакой ценности. Фу! Ладно, мне кажется, пришла пора подвести итоги сегодняшних разбирательств. Я бы не сказал, что свидетель пытается обмануть суд. Однако его показания настолько запутаны, что они не вызывают ничего, кроме недоумения. Но нельзя было выразить эту мысль как-нибудь помягче. На, подавись! Свидетель, прекратите. Они до меня не долетают. Сторона защиты обвинения, проведите дополнительное расследование этого дела. На этом все. Судебное заседание объявляется закрытым. Все? Ага, конечно, никаких все. Стойте! С кем меня теперь будут считать? В смысле, кем? Из-за этого дурня в синем пиджаке. Люди теперь будут считать, что моя память способна заткнуть за пояс любое решето. А я тут вообще при чем? Судитель, на этом хватит. Знаете, я не хотел затрагивать эту тему, но есть один момент, о котором я не упомянул. Что? Еще один момент? Возможно, это незначительная деталь, но я хочу еще раз попробовать утереть нос этому дурню. Он смотрит на меня так, будто я его злейший враг. Ну что, зал, вы не прочь увидеть решающую схватку? Вы же дадите второй шанс этому упертому деду! Извини, отец, но я уже допил 17-ю кружку. Адмирал, сами посудите, что вы от этого теряете. Дед заебал. Если вам так нужен кофе, приходите ко мне после суда, и я вас им до отвала напою. Да, мне уже 68 лет, но у меня еще достаточно пороха в пороховницах. Ну, хорошо. Думаю, будет проще и быстрее, если я разрешу вам дать эти показания. Вот именно, тогда я приступаю. Это просто нечто, скажи. Ха, приготовься, молокосос! Я понял, хватит швыряться меня семечками. Я ими уже сыт по горло. Показания свидетеля, решающая схватка. Сперва я хочу подчеркнуть, что деталь может оказаться сущим пустяком. Я и сам не уверен. В общем, как вы знаете, когда парень глотнул кофе, он тут же плюхнулся на стол. И при падении этот олух задел, перевернул вазу. Она разбилась и полностью залила всю скатерть. Как я все легко перевернул, стук на голову, да? И это все? Да, все. Я ее хорошо запомнил. Стоп, неужели вы опять не доверяете этому несчастному деду? Нет, мы вам вполне доверяем. Че, чат, вы думаете, года хочет конец суда, потому что ему ссать пора, да? Ну, кстати, да, слушайте, столько кружек бахнуть. Но с другой стороны, был же перерыв. Наверное, во время перерыва-то он успел сходить пописать. В конце-то концов. Нет, мы вам вполне доверяем. На Рио я прямо чувствую, как у всех на ум напрашивается один вопрос. И что с того? Я угадал? Потому что именно этот вопрос я хотел бы задать ему во время допроса. Нет, ты хочешь задать его, потому что у тебя семечки вместо мозгов. Защита, можете приступать к последнему допросу свидетеля. Допрос свидетеля. Опа, а тут-то ваза стоит. Господин Ямато, я сейчас держу в руках снимок места убийства. Ха, ну и чё с того? Ну, как бы вам сказать-то? Внимательно присмотритесь к столику потерпевшего. На нем находится ваза, целая и невредимая. Какого? Что, папаш, не ожидали?
Я тебе не попасть, сопляк! Ай! Да хватит! Зол сюда уже настолько усеян вашими семечками, что больше будет вынуждена тут ночевать. Ну что опять? Стоит ли покупать фигурку за 3к по аниме, которое мне не зашло? Но перс выглядит классно, и фигурка тоже прикольная. Просто думаю, что фигурка мне разонравится со временем. Нихуя себе, бедный студент! Значит, ставишь ник, бедный студент, и донатишь мне с вопросом, покупать ли фигурку по приколу за 3000 или не покупать? Так может быть, бедный студент, ты ни разу не бедный? Извините, я переиграла у адвокатов, честно говоря. Objection! Если бы студент был бы бедным, тогда бы он не стал покупать фигурку за 3000. Ну, может быть, это его последние деньги на любимую фигурку. Нет! Он же сказал, что фигурка может ему разонравиться. Тогда как это может быть любимая фигурка и последние деньги на нее? Фигурковый поворот. Да ладно, бедный студент, купи. На крайний случай можешь же перепродать. Есть же рынок на MyAnimeShelf, есть же японская полка группы ВК. Можно все спокойно будет продать. В чем проблема-то? Художник у нас не злой, да, а добрый. Бедный студент у нас не бедный, а богатовый. Пипец. Кого следующим разоблачить? Может быть, он потому и бедный, что постоянно покупает всякую херню. Говорит, тому на обжигше, с каких пор аниме-фигурки это херня? Аниме-фигурки – это невероятное искусство. Передать кусочки пластика, всю силу, всю красоту и динамику 2D-шного персонажа. Как это может быть хернёй, Грета Мун? Как? Объясни мне, пожалуйста. Гав-гав, я твоя собака, трахни меня. Дед, отпусти года в туалет. Ой, простите, в уборную. Молодец, Сейлор Мун. Молодец, молодец. А Кун не из Москвы, да? Кун, на самом деле, ты не из Москвы. На самом деле... Все это время Кун из Москвы был Куном из Химок! Да, да, да. Вся жизнь это обман, чат. Пиздец. Что? Да, да, злой художник, да, он не из Москвы! Нет, Кун в очках реально был Куном в очках. Тарелка это ложка. Да, чат, сколько я вот стримлю, и все это время Кун был не совсем из Москвы. Да. А я на самом деле не тарелка, я на самом деле НЛО. Вы поняли? Ай, ладно, давайте продолжаем. Ну что опять? До меня наконец-то дошло! Что именно? Разбившаяся ваза стояла на моем столике. Чё? Понимаете, когда паренёк упал плашмя на стол, я непроизвольно подпрыгнул на своём месте. И, видимо, в этот момент она и упала, ваза на моем столике. На вашем столике? Хе-хе-хе, вот оно чё! Гав-гав, я твоя собака, трахни меня! Подозрительная госпожа, это доверчивый сабмиссив. Передам это Ирен. Спасибо, Дурди Макс, за донат. Теперь понятно, что у меня промокли насквозь кальсоны. А я-то думал. Охуеть, просто время потратили на этого мужика. Ох, ладно, свидетель, большое вам спасибо. Я тут хотел спросить, я хоть чем-то помог в итоге? У вас еще будет время над этим поразмыслить. Подождите, позвольте мне еще раз взять слово! Я тут вспомнил еще один важный момент. Пристав, выйдите со свидетелей зала суда. Подождите, выслушайте меня!
Итак, судя по всему, мы забрели совсем не в те дебри. Как бы то ни было, я сейчас не в состоянии вынести решение. Мы не нашли доказательств тому, что официантка, добавившая яд кофе, была подсудимая. Кроме того, сегодняшние прения выявили две большие несостыковки. Во-первых, след на ободке чашки указывает на то, что потерпевший держал ее в левой руке. Во-вторых, наушник находился у него в левом ухе с разорванной барабанной перепонкой. Нарю, у тебя все-таки получилось. Сторона защиты обвинения, я поручаю вам провести дополнительное расследование. Хорошо, ваша честь. Но прежде чем я закрою сегодняшнее заседание, мне осталось сделать следующее. Да? Предыдущий свидетель очень сильно настаивал на том, что его показания все же должны быть приняты во внимание. Поэтому он кратко изложил их в письменном виде и затем передал мне. Понятно. Поэтому я хочу вручить вам их копию. Как хотите, но в стороне обвинения они и даром не сдались. Прокурор года явно не в восторге от такой перспективы. Собственно, как и я. Так, ладно, защита, держите. Там еще будет приложена моя копия и копия обвинения. Итого 3 экземпляра показаний. Хорошо. Показания Ямато приобщены к материалам дела. Когда паренек закричал, я случайно разбил вазу, стоявшую на моем столике. Извините меня. Пожалуйста, извините меня. Да это скорее объяснительное нерадивого школьника. Ну и что нам теперь делать с этими 3 экземплярами? Судебное заседание объявляется закрытым. Продолжение следует. Так, чат, ну я думаю, на сегодня мы сворачиваемся. Что-то очень быстро прошел первый суд, на самом деле. Я не думала, что он так у нас быстро закончится, честно говоря. Вот. Я не знаю, может быть, я где-нибудь через часик, если интернет позволит, подрублю еще один стримчик, если мы будем во что-то играть с ребятами. Вот. На Твиче чисто подрублю. Гав-гав, я твоя собака, трахни меня. На самом деле тарелка. Это чашка с цианидом. Спасибо большое, Руфеджи, за веру в меня. Спасибо большое за донат. Вот. Короче, да, на следующей неделе у нас адвокаты будут стандартно в... Когда у нас адвокаты? В среду. Вот, следующий адвокат у нас в среду. Не переживайте. Завтра выложу запись стрима на 2 канал. Завтра стрима не будет. Ближайший стрим у нас в понедельник по Геншину на Твиче. Завтра выложу расписание стримов обязательно. Вот. Подписывайтесь, да, на дальнописку мою. Телеграм-канал мой подписывайтесь. На рассылку о стримах подписывайтесь. На группу ВК. На платную подписку в группе ВК обязательно подписывайтесь. Подождите, а мелкий тогда не мелкий. А взрослый. Не, мелкий. А Даша вовсе не Пусисон? Нет. А Полина не Курочкина? Дед! Боже! Дед! Это все правда, Чикарита! Сегодня столько узнала. Вот это материал Discovery, конечно. Нет, Полина Курочкина, мелкий-мелкий. Дашка Пусисон. Это все правда. Не надо! Не надо, дядя! Хватит! Вот, да. Следующее море в пятницу. Вот. Короче, спасибо большое за стрим. Отдельная благодарность капитану Хану за такой огромный вкусный донат. Всех очень люблю. Всем пока-пока, чатик.